Ирина, выходи и покажи, что же у нас полусапожки Камели. Ох, их я тоже хочу. Вы знаете нашу новинку 77383, простите, за 1790 рублей. Я хочу и синие, и черные. Вот черные мы сейчас, собственно, на Ирине и наблюдаем. Итак, друзья мои, записываем номер лота 77383, полусапожки Камелия. Цена прежняя почти 4200, сейчас цена 1790 рублей. Вот размеры, посмотрите, от 36 до 40. Самые редкие размеры 40 и 36 пока еще есть, но они могут закончиться первыми. Поэтому, если это ваши размеры, то, конечно, торопитесь их себе выбирать. Ну и сразу у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот чем эти полусапожки, помимо, конечно, безусловно, дизайна, отличаются от других? Ну, или давай с дизайна начнем сначала. Давай, нельзя не отметить, действительно, дизайн. Именно дизайн. Очень красивое сочетание, опять, я говорю, это тренд. Именно сочетание разных текстур. Фактур, да? Вот фактур, разные. Текстур, конечно. У нас здесь эко-замша, очень красивая и нежная. И плюс просто эко-кожа. Синего цвета у нас с тобой на данный момент. Так. Из эко-кожи также изготовлен, это не просто декорация, скажем так, а что это такое? Бантик, да, бантик красивый, смотрится, женственный, но это нам даст дополнительную широту для голенища, то есть как? Это регулируется у нас, развязываются шнурки, и можно растянуть для себя побольше, да. В принципе, они и так довольно широкие, мы вместе померим, но это еще и дополнительный комфорт. На самом деле, еще со стиля барокко, если ты знаешь, когда украшали большими бантами, обувь, ботинки, туфли, это считалось действительно королевским таким украшением. Слушай, вот здесь такой стилизованный из эко-кожи бант, я считаю, очень здорово дизайнеры придумали. Ну, а мне еще очень нравится, что таким образом как раз, да, вот редко встретишь, чтобы так интересно была решена проблема тех же самых широких голенищ и возможности регулировать его, правильно? А здесь все отлично регулируется. Но сразу вопрос, как мы будем брать с тобой размер, потому что уже сейчас вы активно выбираете полусапожки. Правильно делать. Слушайте, вот эта штука действительно работает. Можно затянуть, можно подтянуть. Вот я на ваших глазах это делаю. Плюс само по себе голенище-то, слушай, довольно широкое, я бы не сказала, что на узенькое, как раз на ножку элегантной, красивой полноты очень хорошо, мне кажется, сядет. Что да, ты думаешь? Да, да, давай вместе померим, проверим, давай. Посмотрим, чтобы убедились и мы, и все, так, в том, что действительно давай. Очень широкое голенище. Давайте 30. Угу. Сколько у нас получается там с тобой? 37 сантиметров. 37 сантиметров ширина, да, самой высокой части. Плюс еще она будет расширяться за счет шнуровки. То есть, если у кого-то более полная икра, а так. Такое действительно бывает, да. И не могут позволить себе надеть высокие сапоги, потому что не позволяет полнота. Здесь мы будем сейчас чувствовать абсолютно уверенно и комфортно. А мне еще очень нравится, знаешь, как это все задумано дизайнерами, потому что я увлекаюсь модой, да, я знаю, что вот эта разница по величине на ботинках, на сапожках, она зрительно делает ногу длиннее. Как это работает? Расскажи, пожалуйста. Да, ты знаешь, действительно, если расширение у нас идет именно к верхней части, в верхней зоне, то наша ножка смотрится вот как в треугольничке, то есть она действительно кверху удлиняется, то есть становится более длинной, более стройной. А насколько они будут комфортны вот сейчас по погоде, да? То есть то, что они невероятно красивые, мы это видим. То, что ухаживать за ними легко, ты нам говоришь, что это за счет сочетания эко-замши и эко-кожи. На какую температуру мы можем носить вот такие полусапожки? Если мы носим с колготочками, с тоненькими или с носочками, это до минус 5 градусов, так как внутри у нас утепленный текстиль. Если мы хотим носить с носочком потолще, то, конечно же, можно носить и до минус 10 градусов. Так, ну а если мы берем с носочком потолще, то что с размером делаем? Размер берем побольше в таком случае. Да, то есть, получается, смотри, если у меня 39,5, мне нужно 40 взять. Да, правильно, правильно. Я тебя понимаю? Ага. Слушайте, ну а какие ансамбли элегантные. Вот сейчас наша Ирина, словно ты знаешь, с подиума, не знаю, с какого-то очень именитого дизайнерского подиума сошла. Здорово выглядит, очень красиво, можно регулировать. И скажи, пожалуйста, здесь каблук, мы видим. Но я тебе уже рассказывала, что у меня была проблема, когда каблук отлетел. Что здесь происходит? Не случится ли этого с нами, такой неприятности? Нет, конечно, здесь у нас полностью вся формованная подошва. Абсолютно так. Формованная. То есть что это значит? Это один цельный каркас, монолит. Каблук неотделим от всей платформы. Соответственно, нам не нужно ставить набоечки, и каблучок у нас останется на месте. Здорово. То есть получается, что мы экономим вдвойне, а то втройне. Во-первых, смотрите, мы с вами новинку сейчас
сейчас покупаем по премьерной цене всего-то 1790, а сэкономим 2400 в два раза больше. Размеры наши пока еще есть от 36 до 40. И самое главное, экономим еще на тяжелом уходе, да, как обычно, покупаешь себе обувь, а надо еще там купить целую кучу всего, всяких средств. Здесь не надо. Ну и расскажи нам про вот эти образы, которые мы можем создавать с помощью таких полусапожек. Да, хочется отметить, что такие полусапожки смотрятся очень элегантно, и цветовая гамма тоже хорошо сочетается абсолютно с любыми цветами. На нашей модели вот и такой зеленый, серым, и ярко-розовый. Смотрится просто идеально. Это действительно классические цвета. Что касается образов. Будет смотреться хорошо и свободный casual стиль, то есть с джинсами, с чем-то таким, с плащиком, с свитером. И также может смотреться как в офисном варианте, будет хорошим акцентом. Покупайте, заказывайте, успевайте. Синий цвет уже в ограничении. 77 383 номер лота. Наша новинка за 1790 рублей.